Так, уважаемые дамы и господа, мы приступили к своей работе, ждем ваших обращений, работы у нас ведутся, видео мы снимаем. И начнем сегодня с двух обзоров готовых уже натянутых потолков. Денис, наш потолочник, снимает очень классные видео, рассказывает в подробностях. Я думаю, что для вас это будет очень интересно, поэтому давайте начнем нашу работу с этих двух квартир в жилом комплексе «Фрукты». Напомню, черновой ремонт у нас стоит 16 тысяч за квадратный метр вместе с материалами. Планировочное решение, которое необходимо для того, чтобы сделать комфортную, удобную вашу квартиру, входит в стоимость. Поэтому не заморачивайтесь, мы вам поможем, в том числе и с закупкой потом уже чистовых материалов. Итак, поехали смотреть. Уважаемые зрители, мы снова на ЖК «Фрукты». Это у нас черничный корпус. Расскажу вам о потолках в этой квартире. Значит, ремонт в этой квартире выполнялся по дизайн-проекту. Наш дизайнер Виктория осуществляла данный дизайн. Ну, потолочки, соответственно, наши. Сейчас покажу вам, расскажу, что здесь мы исполнили. Значит, начнем со спальни. Здесь парящий потолок по периметру. Лента теплая для спальни. Прям самое то, придает уют помещению. Значит, здесь у нас карниз ПК-5, трехполосный, алюминиевый, с нишей. Значит, что еще? Гардеробная. Гардеробная у нас вот в таком голубоватом цвете. Значит, и потолок мы подбирали под цвет стен. Обратите внимание, ну, не совсем, конечно, такой цвет невозможно подобрать, но подбирали максимально приближенный. Два вот таких поворотных светильника в золоте. Даже вставка, маскировочная лента по периметру, она у нас под цвет стен подобрана. Значит, здесь классическое примыкание. Обычный потолок цветной. Цветной матовый потолок. В данном помещении тоже у нас матовый потолок. И тоже цветной. То есть можно обратить внимание, что у него такой желтоватый слегка оттенок. Бежевый. Вот в контрасте со стеной это прям заметно. Но когда включаем свет, то кажется потолок белый. Интересное решение. Редко мы ставим цветные потолки, но желание заказчика для нас закон. Значит, такой же потолок у нас здесь в прихожей. Здесь две магнитных решетки у нас установлены под пожарные датчики. И четыре таких же поворотных светильника, как в гардеробной. Также классическое примыкание. Бежевый матовый потолок. И вот такие стены интересные. Разноцветная квартира. Так, санузел. Также классическое примыкание. Такой же матовый цветной потолок. И такая вот люстра. Люстра регулируется с пульта. Можно ярче, тише делать. Менять температуру. Теплый, холодный, нейтральный. То есть в данный момент она вот так вот отрегулирована. Посмотрите, какой здесь ремонт. Такая плитка интересная, сочетание нескольких цветов, серый, разноцветный, и вот тут под мрамор инсталляция, гигиенический душ, на полу тоже темная плитка. Так, ну и последнее помещение у нас — это кухня. В зоне кухни у нас два накладных светильника, споты, такое же бежевое полотно. Классическим примыканием и интегрированный карниз. Интегрированный двухрядный карниз. Четко по окну сделан. Вот окно, шторка у нас будет в этой зоне. И обычная такая люстра. Ну, еще раз пройдемся. Решеточки, светильники. Кстати, вот здесь тоже интересная люстра.
Она прям по цвету тоже сочетается вообще со всей цветовой гаммой этой комнаты. Ну вот как-то так. Такой ремонт, такие потолки. Оцените. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо. Всем добрый день. Мы находимся на ЖК «Фрукты». Закончили очередную квартиру. Принял работу у мастеров. И сейчас покажу вам, что у нас здесь выполнено. Ну, начнем со спальни. Значит, здесь у нас классическое примыкание по периметру со вставкой. Вот такие вот яркие большие светильники. Встроенный карниз, интегрированный от компании Люмфер SK02. У него встроена подсветка, закрывается рассеивателем. И широкое расстояние между полозьями. Вот, карниз у нас от стены до стены. Так, далее. Зона прихожей. В зоне прихожей у нас установлены также два ярких мощных светильника. Пожарные датчики закрываются такими решетками магнитными. Значит, и в качестве основного освещения здесь у нас световая линия. Световая линия 3 сантиметра шириной. А лента 4000 кельвинов установлена нейтрального освещения. Также в этой зоне у нас будет установлен шкаф. Была выполнена закладная. Вот. Все потолки у нас на классическом примыкании с резинкой по периметру. Ну и вот видим, световая линия у нас по всему коридору. Таким зигзагом. Интересно получилось. Так, дальше санузел. Стены керамогранит. Парящий потолок. Парящий белый потолок. Профиль использовали белый. Парящий профиль есть в двух цветах. Белый и черный. Всем рекомендую ставить белый. От него лента больше отражает свет. И в помещении светло. Вот такие еще 4 ярких светильника. Можно обратить внимание, даже без светильников помещение комфортно будет находиться. Вот. Так, здесь у нас зона кухни-гостиной. Также 7 мощных ярких светильников. Накладной трек здесь установлен в зоне кухни. С поворотными спотами, отверстие под вытяжку. И встроенный интегрированный карниз, такой же, как в спальне SK02. Широкое расстояние между полозьями. Светодиодная лента установлена, также нейтральная. Все освещение по квартире нейтральное, 4000 кельвинов. Вот. Ремонт в этой квартире уже, можно сказать, закончен. Последние штрихи, вот оклеиваются обои, установлены розетки. Остается плинтус поставить. И вот здесь двери у нас не стоят еще. Установка дверей и навести порядок. В принципе, остальное все готово. А повешать батареи еще остается. Ну, это мелочи. Пару дней все будет готово в этой квартире. В общем, если какие-то будут вопросы у вас по поводу потолков, ремонтов, пишите, спрашивайте в комментарии. Такой прекрасный вид отсюда на горы. Правда, горы не видать, все в тумане, в облаках. Все, всем спасибо. Так, Сочи парк, квартира 168. Здесь закончили черновой ремонт. Она сделана стяжка. Разведена электрика. И сантехника установлена, инсталляция. Здесь выводы под душевую, под раковину. Там стяжечка сделана. И здесь вот оставили место под конвектор. Когда будут складывать плитку, установят конвектор по уровню. Ну или другое напольное покрытие. Конвектор устанавливается по уровню и подводится к нему напольное покрытие. Так, жилой комплекс «Жемчужина»,
358 квартира. Здесь закончили укладку теплых полов. Сантехника уже закончена, опрессована. Здесь душевая, скрытый монтаж. Вот полы. Теплые полы раскатаны. Корректорный узел собран и стоит под давлением. Котел. Ну все, заливаем стяжку. Итак, апартаментный комплекс Моравия. Апартаменты 77. Производим замеры. Вот такой вот апартамент с двумя окнами. Значит, при входе у нас лоботочка наверху, электрощиток, вывода отопления. Здесь у нас находится вент-канал, канализация. И счетчики водоснабжения. Вот такой еще выделенный санузел. В санузле также находятся вент-каналы и счетчики водоснабжения и канализационная труба. Вот так выделен санузел. Здесь у нас балки идут. Два окна. Одно окно и второе с выходом на балкон. Вот такой балкончик. С такими видами на море. Итак, ребят, вы посмотрели обзор наших вариантов ремонтов. Я напомню опять, 16 тысяч за квадратный метр это стоит черновой ремонт. Планировку мы делаем вам в подарок. Если вам нужен дизайнер, у нас есть дизайнерские проекты Виктории. Это наш штатный дизайнер, который уже не одну квартиру сделала. И вы это можете посмотреть, ссылочки под описанием этого видео. Более 100, наверное, уже видео готовых квартир можно посмотреть на канале Master House. В общем, мы ждем ваших обращений. Если вы сейчас ждете получения ключей, например, да, вы уже знаете, что вы хотите заниматься, так сказать, подготовкой к ремонту, мы можем с вами заключить договор отложенного ремонта. Для чего он нужен? Ну, во-первых, это вы страхуетесь от какого-нибудь резкого поднятия цены на материалы, которые мы сможем сразу первоначально завести. Если у нас, например, будет возможность доступ в вашу квартиру чуть раньше для того, чтобы сделать замеры, мы можем заниматься уже вашей планировкой, которую, еще раз повторю, мы делаем для вас бесплатно. То есть это уже часть процесса вашего ремонта, который вы ожидали. Вот, поэтому звоните, пишите. То есть у нас есть ряд интересных предложений конкретно по заходу в новые какие-то комплексы и так далее. Вот, поэтому сейчас ведется активное обсуждение с каждым персонально клиенту по персональным каким-то моментам. В общем, телефон вы видите на экране, это мой личный. Звоните, с удовольствием отвечу на любой вопрос. Мы в Сочи уже работаем, несмотря на то, что у нас выходит видео по Крыму и Севастополю. Кстати, тоже подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Там будет очень много полезной информации, в том числе и видео про недвижимость. Ну, в любом случае, кому-то может быть неинтересно, но вдруг вам захочется посмотреть. Пока!